Хей, гай, с вами Мишимки, и сегодня мы поиграем в одну игруху довольно старую. Скажу сразу, 2004 где-то года, где-то в так. И это у нас Стас разыскивается. Я еще помню более... Я более-менее помню еще где что. Какие были локации, уровни, что нужно было сломать. Это игра, где я довольно много и очень часто проходил. Breath, isn't it? Если FPS будет падать и будет фризить, то мне придется вертикальную синхронизацию выключить. Наверное, все поняли, что это у нас немного полигонная игра. Опция сложность игры стандарт, субтитры включены. Так, назад, опции звука, хотя вам пускай так будет. Два игрока дополнительно. Авторы, галерея, секреты. Ладно, поехали. Давайте в слот один. Да, начать новую игру. И кого выберем? Таза, тут есть Дак. Птичку. Давайте мышь. Блин, FPS держится 12. Я хотел Шимики написать, ну ладно. Welcome to Yosemite Park and Zoo. Now get. We promise you the most exciting attractions in six blocks or your money back. And there's no chance of that happening. Huh? Why don't you come down and see for yourself? We got Zuni Tunes with its subtropical splendors, Luna Lagoon with it. And here are our latest attractions, the Tasmanian Devils. If you like what you see at the zoo, then you better book now for Tasland. What? And if you want to see this tornado twisting she-devil in action, tune in to tonight's Gladiator show on channel... Get that
she-devil out of here. It looks like this one's gonna blow a gasket. See you around, furball. Так, зоопарк, хорошо. Главное, чтобы не привезло в самой игре, а не приведет. Oops. Uh-oh. That furball's flown the coop. Get them wanted posters up now. Nobody gets away from Yosemite Sam. Так, боюсь, об заклад никто ничего не знает. Куда подвелась мой агент? Я с... От Рамми, что? Послушай, у меня нет на это время. А если ты хочешь узнать, что тебе происходит? В конце концов, я всегда лишь присоединюсь. Так. У нас есть... Да, пока что 30-60 держится. Мне стало понятно, чтобы я помог тебе, но посмотри этот список. Хороший круг ворот. Короче, нам это не нужно. Объясняю по-другому. Здесь можно ломать деревья. Здесь просто несколько раз нужно удариться, чтобы это сломать дело. Железо мы не можем ломать. Это я помню еще. Все в таком духе. Когда мы долго кружимся, мы получаем типа бессмертие. Что у нас здесь есть? Ну, ты чем кажется, но я все еще желаю. У нас здесь есть пляж. Это только первая глава типа игры. Зоопарк. Потом битва с боссом. И лед. Что вот это за дверь? Чтобы открыть эту дверь, нам нужно собрать, если не ошибаюсь, на всех уровнях. На всех уровнях. Хавчик. Вот эта херня нас просто отталкивает, и мы улетаем. Довольно далеко. Вот это дает нам прыгать. Плавать наш персонаж не может. Поэтому здесь нужно быть осторожным. Как же убить эту херь? Есть специально такие вот платформы, на них прыгаем. И они идут на время. И нам за определенное количество времени нужно сломать вот этого робота. Ладно, давайте тогда отправляться в зоопарк. У нас есть карта, которая откроется попозже. Так. Есть кнопочка ходить. Кнопочка ходить нам поможет в некоторых уровнях. Ладно. Макушки тонут. Тебе нужно привыкнуть. Здесь есть, короче, определенный уровень, кажется, разрушаемости. Все, что мы можем сломать, сколько объектов. Вот у нас пляж открылся. Антарктида или как просто ледяной остров. Какая наша цель в этой игре вообще? Ломать вот. Это просто как 2×2. Ломать нам нужно знаки. Вот такие вот. Они могут быть... Посмотри, сможешь ли ты решить эту задачу? Да. Это фантастика. Оно может знак быть на любых вещах. Осторожнее, не мочись. Так, сумчатый дьявол не любит мыться. И это бросает пью. Осторожнее с этой неустойчивой башней. Так, решение просто злетен тарно. А, элементарно. Почему Z это E? Тебе разве не рассказывали об открытии и о пчелах? А, об трышке. Короче, самое главное не попасть в тупик. Эта мышь, безусловно, знает, как получить пользу от этого слона, не так ли? Так, окей. Цель уничтожить сеть...
афиш. Бонус, соберите 100 сэндвичей, там мы откроем, так уничтожить больше 50 всех разрушаемых объектов. А найдите статую золотого Сет. Так, войдите в телефонную будку, чтобы скрыться. А, телефонная будка. Вот, у нас есть такие вот телефонные будочки. Зайдя в нее, мы получаем какую-то способность. Допустим, сейчас мы получили с вами скейтборд. Это кусать, значит, F кататься. Я предлагаю здесь лучше все ломать таким образом. А, да-да-да, я помню эту херь. Блин. Like chicken gravy. Chicken gravy. Стрелочки пока... Ой, вот. С помощью вот этих способностей мы можем убивать вот этих вот врагов. Если нас ловят, у нас забирают, кажется, очки. Да? А, и костюм мы тоже теряем. Мне постоянно нравилось вот этих дурачков, как сказать, гонять по карте. Так, ладно, давайте я покажу, как происходит убийство. Ой! Тут зараза. Просто нужно врезаться, и автоматически он умирает. После этого наш таз переодевается обратно в костюм. То есть, если так подумать, мы можем убить только одного. Ладно, переоденусь на всякий случай. Вдруг пригодится еще. А, да, точно, карту показать. Здесь да. Вот один из семи. Здесь довольно красиво выглядит карта. Сейчас покажу. Сейчас я вам все покажу. Но я не думаю, что я сейчас буду бегать на 100%. Ой, он падает. Так, есть макакичи. Это самое, помню, сложное для меня было. Нужно, короче, ровно зацепиться, куда я буду прыгать. И вот это дрочит. Если ты падаешь, у меня так от этого сгорало. И кажется, у меня и оно будет дальше сгорать. Нужно ровненько, четенько запрыгнуть ему в лапы. Так. Готово. Так, нужно повернуться. Так, карта. Вот так выглядит карта. Так. Главное не перелететь. Готово. Все, сталкиваю машину. Всегда, когда я сталкивал машину, я прыгал вниз. Она, кажется, если не ошибаюсь, не успевает утонуть. Она утонула, все, ладно. Так, вижу еще один знак. Еще в ту сторону нужно сбегать. Здесь есть секретные места. Вот, допустим, секретное место. Так, если не ошибаюсь, бомба — это мы сдыхаем. Ну, не сдыхаем, а как стопимся. Так, ну, как я сказал, таз у нас не умеет плавать. Поэтому здесь все нужно проворачивать осторожно. Тупой крокодил, как же вы мне бесите. Don't move. Don't move. Из-за этого оно мне все бесит. Ага. Так.
Здесь, кажется, если не ошибаюсь. Ой, блин. А мне нужен этот. Сонную херь подрубить. Где ее взять? Эту сонную херь. Долго. Все, прыжок. Так, давайте вернемся. Ага. Раскручиваем. И здесь быстро пролетаем. Готово. Так, пробка. Сейчас он сломает дерево, кажется, даже. Да? Да, оно вынесло полностью дерево. Да, все-таки я помню игру, хотя играл очень давно. Блин. Ладно. Так сойдет. А что здесь вот? Здесь ловитель. А там у нас вон усики находятся. Усы, которые нам нужны. Блин. Я не помню, насколько там 10 секунд дается. Так, мы сейчас сюда еще и вернемся. Готово. А те играют, видите, на гитаре своей. В скобочках, в сетке. Так, а как? Мне кажется, нужно там камень какой-то было сломать. Тихо. Давай заезжай. Да, мне нужно тот камень вот сломать. Вот зараза. Меня скинули самый назад. Черт. Так, а где выключатель у нас? Точно не здесь. Ух, тихо, взрыватели. Минус 500. Так, зоумаш. Так, вот эти напиточки мне нужны. Это отрыжка. Юзом отрыжка, она просто взрывает все, что находится рядом. И оглушает врагов. Вот этих мужичков тоже оглушает. Тихо. Я не помню, насколько это фигня. Так, ломаем камешки. Готово. Так, сломали камешки. Теперь у нас есть доски. А тут подъем у нас типа ломается. Так, все, у нас есть усы. Отлично, ты нашел секретный предмет, но... что-то там, кто-то там, не понял, ладно, плевать. Так, что у нас остается? У нас остается там древесина. Древесину я могу получить. А, так он у меня только одна осталась, все. Поехали, быстрее тогда обратно.
Ага, хер тебе. Хер тебе, брыло. Нет! Все. Так, ну и здесь просто проламываем. Все. Все эти афиши уничтожены. Теперь ты увидишь видео с продолжением. Нам нужен слон. Слона мы достанем как раз ой. Ой-ой-ой, тихо. И все. У нас 71. Да. Завершить. Так, прыжок. Так, окей. Ну, сейчас у нас типа показывают, как мы летаем, все такое. Сад, сад, сад. А, я вспомнил, что то за дверь. То дверь, чтобы путешествовать между мирами. Между этими главами. Так, все. У нас застрял слон. Теперь нам нужно вытолкать оттуда слона. И открыть полностью себе путь. Я думаю, пойдем с вами на песочке, либо в лед. Давайте в лед, поэтому в следующей серии продолжим. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.